Товарищи капитаны, как дела? Готов к походу? Готов. Вон она, пароход, про который я говорил. Да, я вижу. Завелась. Уже неплохо, да? Первый завод. Нет, это второй завод. Мы же отходили от берега. Но в собранный матч ты первый. Сейчас тут проверить. Почему он с ее такой? Да, почему наоборот пока? Он тебе покажет на их пульт. Поехали. Вот где Татасур, Маратик, я тебе расскажу башню. Вот где Татасур стоит, ага. Вот там мой BlackBerry приблизительно. На дне лежит уже года три. Ага. Так что ты смотри осторожно. Ну да, да. Вот аппарат. Ну я так уж держусь. Ну да, слетел. За шрау зацепился. Жалко. Так они уже ушли в этот, в озеро или в парковали? Не, они ее парканули и этот. Они прицепили просто маленькую лодку эту и обратно вернулись. Наверное.
Вы предупреждаете хоть? А, если она еще не закончилась. Не, у меня вообще нет. Должна была начаться уже. Блевал бы уже он за борт.
Плывем, распугиваем чаек. Вот чайка сейчас. Но мне не уходить отсюда пока, да? Нет, там тебе фёрдинг лайн там нормальная. Ну я ее закрепил. Закрепил? Да. Ну чтоб не развязался. Да, да. Не, ну сейчас она надо. Не надо, да? Что-то я очкую. Да ты успокойся, помнишь это? Да. Наша Раша. Максимум сейчас же надо. Товарищи, да, Америки плывет. Перейдем границу. Ну что, кайфуешь? Очкую. Хорошо же, ты что, классно. Первый раз в жизни под парусом. Я тоже. Ты тоже? Да. Ну мы с тобой потомки кочевников, Марат. Да. Там что-то булькает. Где? Это этот, наверное. Там была. Булькает. Это булькает, ты слышишь киль. Вот эта дырка, она же... Да. Киль, это прям вода. Водичка, да?
Ну что, идем под парусом. Пустить ее через этот, через стояк, да. Да, наверное. Что-то сделать? Да, давай, я буду. Давай, ну тяни. Все есть. Так, наверное, эту сторону также, наверное, сверху. Ну, попробуй, да. Дай мой телефон на столе. Сейчас мы почти Бимрич. Мы Плос Рич и Бимрич где-то вот там, да. Мара, давай поснимай, ты хочешь? Сейчас. Нету, все равно мокро. Давай, какие впечатления, расскажи нам. Испугал тебя, Игорь, уже? Чуть не свалили. Ну, пару раз вообще не обосрался. Frankly speaking, да? Так очкую. Слушай, эти вибрации потом можно убрать как-то, или так и будет уже все? И закачки я имею в виду. Да? Стабилизирует? Стабилизирует. Да? Ну, капитан. Можно сделать хифту, если, допустим, что-то надо починиться или что-то там покушать. А хифту – это не полный такинг. Меняешь курс, но не меняешь положение джипа. То есть положение основного паруса меняется. Основного паруса меняется, его давит в одну сторону, а джип давит в другую. И они противовесят друг друга, и ты практически зависаешь. Хиф – это зависнуть. Только. Хофту – это значит зависнуть. Что подойдем поближе, там убирать паруса в обратное последовательно. Но джип легко скрутили, да, ферлинг лайн. Ферлинг лайн, кстати, нужно подготовить и вывести сюда. Надо... Отлично, да, у нас есть пока чем заняться. Ага. Да, хорошо. Ага, спасибо. Ну давай пока. Он едет. Ну, говорит, раз нету, вяжитесь, чему есть. На две точки.